Пожалуйста, соблюдайте режим, находитесь дома. И чтоб вы ни в чем не нуждались, тут у них скромные подарки от нас к вам. Офицеры Следственного комитета помогли пенсионерке в Белгородской области. Антонина Михайловна живет одна. Из-за пандемии коронавируса вдова ветерана войны и следствия опасается выходить из квартиры. Продукты женщине купили сотрудники СК России. За порог не выходит и Павел Сидоренко. Павел Федорович служил разведчиком, освобождал от фашистов Восточную Пруссию и Чехословакию. Участвовал в боях с Японией. Несмотря на преклонный возраст, ветеран ведет активный образ жизни. И только сегодняшняя реальность заставляет его не покидать свой дом. Необходимые лекарства и продукты мужчине доставили офицеры Следственного комитета России.